Сначала утопали в воде, теперь в глине. Жители одного из домов на Ульяновской не помнят свой двор чистым и сухим. Из-за отсутствия ливневки на территории двора постоянно стояла вода. Канализацию ливневую коммунальщики проложили на днях, только лучше не стало. Почему? Смотрите далее. Две недели назад здесь был ровный асфальт, а сейчас заехать во двор или пройти пешком для жителей дома на Ульяновской стало проблемой. Коммунальщики начали прокладывать здесь ливневую канализацию. Дело хорошее и важное, отмечают сами кировчане. Вот только обернулось оно новым неудобством – лужи, глина и открытый люк. Все это потому, что работа у специалистов по каким-то причинам остановилась. Вот на ту субботу приехали, вот столбики забили вот эти, и все. И больше не приезжает. Я не знаю, что они делают. В городской администрации о проблеме знают. Более того, начальник управления ЖКХ Андрей Кашурников заявил, что за развитием ситуации лично наблюдает. Ему, например, подрядчики сообщили, что приостановили работу потому, что нужно было перебросить силы на другой объект. А еще закончились необходимые строительные материалы. Но в срок все успеют. И срок выполнения этих работ у этой подрядной организации до 30.09. То есть до 30 сентября подрядная организация должна выполнить все работы. А выполнить осталось совсем немного, только благоустроить территорию. Если коммунальщики к концу месяца этого не сделают, организацию ждет штраф.